Для населения в 6 тысяч человек выход первой газеты был действительно событием. 15 мая 1906 года напечатан первый сочинский «Курьер». Тогда не город Сочи, а всего лишь Посад готовился к выборам. Ее учредил местный издатель, ну и он владелец типографии, Анисимов. А вот редактором газеты был Павел Васильевич Жану. Поручик, отставной поручик. И, в общем-то, газета, это «Сочинский курьер», появилась в связи с большим общественно-политическим подъемом, вызванным выборами в Первую Государственную Думу. «Сочинский курьер» просуществовал всего 3 месяца, и только спустя 4 года вновь появилась необходимость в местной прессе. Второе издание называлось «Черноморский край», но в 1913 году оно переименовано в «Сочинский листок». Уже в этой газете не столько политики, сколько интересных разнообразных материалов по истории и краеведению. Подписчиков было очень много. Газетное издание просуществовало до весны 1917 года, и вновь возрождается политическая пресса. Из этой газеты, вот телеграмма «Сочинского курьера», мы узнаем об отречении государя-императора от престола, о решениях временного правительства, постановления временного правительства. И вот в это же время в Сочи начинает выходить газета «Орган солдат и рабочих», как орган Сочинского совета рабочих и солдатских депутатов. Это социалистическая пресса, она была полностью политизирована. В это время в Сочи тоже наблюдается большой общественно-политический подъем. Тому подтверждение многочисленные фотографии с митингов, собраний, демонстраций, которые хранятся в музее истории города-курорта. С тех пор местные газеты, меняя название, редакторов, учредителей, появляются в руках сочинцев. Почти вся городская пресса распространяется теперь бесплатно, а вот тратятся горожане на газеты федерального уровня. К нам приходят и молодые покупатели в возрасте, с удовольствием покупают газеты, журналы. Популярны у нас газеты «Известия», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», то есть те, что и раньше. В этом году, по прогнозам Минкомсвязи, печатная продукция может немного подорожать, поскольку расходные материалы для типографии закупаются за рубежом. Но, уверены продавцы газет, издания из-за этого не потеряют верных читателей. История это уже подтвердила. Елена Овсецна, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».